Здорово, народ! Какие дела? В первую очередь хочу поздравить своего братишку с 17-летием. Пожелать ей удачи, здоровья. Ну вот и он. Последнюю неделю Европа живет лишь футболом. А первое видео я покажу вам с видеорегистратора, снятое о том, как владеет мячом болельщик среди автомобилей. Где знак? Висишь или... Ну кот просто красава. Замечательный каскадерский трюк. Он показывает отменное владение мячом среди нападающих машины, которые его настигали. Намного лучше видео выглядит вот с этим звуковым эффектом. По правому флангу развивается атака украинцев. Гусев. Навес. Шевченко. Гол! Исаксен. Давай, до свидания. Звук взят с официальной трансляции канала Sport 1. Мощнейшего канала. И тут, знаете, комментаторы дают: Исаксен, давай, до свидания. Эмоции переполняют вся и всех. И по этому поводу еще один видасик для вас. На ближний удар. Это юный болельщик Тимур. Нет предела его радости, когда Шева взял ворота с Швеции. И небольшой фотосет болельщик. Дяденьки футболисты, давайте скажем Англии. Давай, до свидания! А следующее видео прислал Влад Киселев. В нем обычная дорога, ясный день и машины. Да он просто чародей! Гэндальф серый или же Дэвид Копперфильд. Один взмах руки и машина стоп. Вот бы с ним познакомиться. Одним взмах его руки любая маршрутка у твоих ног. Не могу себя сдержать, покажу вам это видео еще раз. Ну тут все ясно. Езда ездой, а фанаты торопятся на евро. А третье видео прислала Машуня. Спасибо тебе, Маша. Давайте посмотрим. Зараз буду кидаться яйцами. По три человека. Ну когда трое бросаются яйцами, это уже не детское представление. Третий відбиває. Если не відібеш, не відіб'єш, я вибачаюся, то треба буде зловити руками третьому. Ах, эти прогулянные уроки украинского языка. А если відіб'єш, что тогда? Потрібно буде зловити третьего за яйца. Ой, я выбачаюсь. Народ, спасибо за просмотр. С вами был Плюс 2. Меня зовут Стас. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока! Ну вот это нормальный парень. Красавчик. Тренирам, тренирам, целодан, желим бити не спреман. Тренирам, целодан, целодан, тренирам, тренирам, целодан, желим.